Денег не зарабатывали, но получали. В следственном отделении МФСБ в отношении должностных лиц стоматологической поликлиники номер 1 возбуждены 2 уголовных дела, предусмотренных частью 3 и 4 статьи 159. Удалось выяснить, что в медучреждении были трудоустроены 2 сотрудника, которые по факту никаких должностных обязанностей не выполняли. Зарплату за них получали предприимчивые работодатели. Ущерб бюджету Ивановской области составил чуть менее 2 миллионов рублей.